Ну, знаете, кадровый голод не только в промышленности, он и в финансовой, в банковской сфере. Вообще, хороший кадр всегда, и, наверное, везде, можно по пальцам перечислить. Я сам занимаюсь кадровой работой постоянно, потому что в банке работает уже в системе, в группе, около 70 тысяч человек. Но я думаю, что отчасти, конечно, нам нужно совершенствовать систему подготовки кадров. Вы знаете, последние, ну, то, что мы сейчас видим, происходит в нашей системе высшего образования. У нас слишком много вузов, которые не дают адекватного образования. И поверьте, как работодатель, я далеко не все дипломы всех вузов готов признать в качестве адекватного образования для молодого специалиста, приходящего ко мне на работу, допустим. Да? Поэтому, я думаю, нам нужна вот то, что происходит сейчас, реформа, начиная с ЕГЭ и заканчивая реформой высшего образования. Это, конечно, все эти задачи крайне необходимы для того, решения для них, чтобы для того, чтобы поднять уровень того, чтобы наше образование было на уровне лучших мировых стандартов.